Здравствуйте, друзья! Я рад вас приветствовать на канале Криптомир. Здесь вы узнаете о новых стартапах и перспективных ICO-проектах. В этом выпуске я хочу вас познакомить с новой платформой, новой медицинской технологией XMed China. Собственно говоря, платформа, которая объединила в себе функции блокчейна, смарт-контрактов и искусственного интеллекта и применила это для агрегатирования и хранения, а также передачи медицинских данных. Это первая глобальная медицинская блокчейн-платформа, основанная на искусственном интеллекте и базах данных, которая специализируется на трансграничном медицинском решении. Первая глобальная медицинская блокчейн-платформа, большая платформа данных искусственного интеллекта, специализирующаяся на трансграничном медицинском решении. Создание персональных медицинских карт в то же время способствовало разработке мировых медицинских данных. Каждый получает XMC-токены после медицинских данных. Сертификации может пользоваться результатом совместного использования. Наше видение заключается в ориентированной на пациента устойчивой и разумной экосистеме в управлении медицинскими данными для достижения глобальной системы здравоохранения. На мой взгляд, действительно интересный проект, на который стоит обратить внимание и познакомиться с ним поближе для того, чтобы принять решение о инвестировании в него. Безусловно, медицина – та отрасль, которая войдет в также криптоэкономику, которая будет сочетаться, в которую будут интегрированы такие технологии, как смарт-контракты и блокчейн. Это, безусловно, произойдет. Произойдет не так быстро, не так яро, как это может случиться, допустим, в проектах с электронной торговлей, в проектах рекламных каких-то платформах, которые осуществляют рекламу, которые связаны с рынком e-коммерции. Медицинский сектор примет эти технологии после того, как эти технологии покажут себя с лучшей стороны, будут все возможными способами испробованы и после этого будут они внедрены в медицинские проекты. Проект XMed China сможет стать одним из лидеров этой области, так как вступает в этот рынок на ранних стадиях. Безусловно, проект интересен в среднесрочной и дальнесрочной перспективе, поэтому, пожалуйста, знакомьтесь с белой книгой и сайтом этого проекта. Также все коммуникационные средства будут представлены в описании к видео. Давайте посмотрим, что нам хотят сказать разработчики о своем проекте. На сегодняшний день в системе здравоохранения, безусловно, есть несколько проблем. Это спрос на глобальное медицинское управление большими данными. Традиционный способ управления медицинскими данными устарел. Но в такой разнообразной среде здравоохранения хранилище данных разбросано и обмен данными затруднен. Безусловно, есть проблема, когда граждане одной страны хотят получать медицинское обслуживание в другой, в третьей, и вот агрегация этих всех данных периодически является проблемой. Далее. Рассеянные медицинские данные. Не существует стандартного формата хранения медицинских данных. В большинстве случаев пациенты должны собирать и предоставлять свои медицинские документы различным учреждениям. Безусловно, это неудобно, это дискомфортно, это затрата времени и, возможно, то, что эти данные могут быть частично утеряны или неправильно идентифицированы. Отсутствие авторитета пациента в управлении медицинской информацией. Защита конфиденциальности пациента во многом зависит от самих учреждений. Безусловно, это есть проблема, которая также требует решения. Отсутствие системы анализа данных высокого качества. Из-за наличия недостатков, таких как слишком разнообразное фрагментирование и, возможно, недействительное, трудно определить точность и эффективность анализа, основанного на таких данных.
Безусловно, есть проблема, которую также нужно решать. Несоответствие медицинских ресурсов. Выделение качественных медицинских ресурсов является несбалансированным из-за отсутствия знаний в определенных областях медицинской помощи. Несовершенствование медицинских ресурсов мешает качеству эффективности медицинского обслуживания. Безусловно, это все те проблемы, с наличием которых нет смысла спорить, потому как они действительно имеют место быть. В связи с этим давайте посмотрим, как определяют, как позиционируют себя команда, разработчики платформы XMedChain, и в связи с этими существованием этих проблем, какие они проблемы, как они собираются решать эти проблемы. Итак, что такое XMC? Применение системы на основе блокчейна, искусственного интеллекта и больших технологических данных. Анонимные данные будут анализироваться искусственным интеллектом и большой аналитической системой данных. Благодаря интеллектуальному анализу и оценке могут быть получены точные результаты консультации для индивидуальных и институциональных пользователей с более высокой эффективностью и качеством. Безусловно, этой платформой будут интересоваться как частные клиенты, так и целые клиники, сети клиник, которые будут получать данные о своих клиентах, и при этом они будут уверены в этих данных, в их конфиденциальности, достоверности и качестве. Безусловно, подобная платформа будет востребована на рынке частных, в первую очередь, медицинских услуг, и я думаю, что со временем она будет востребована и на уровне государственных медицинских услуг. Как собираются решать вышеописанные проблемы платформа XMedChain? Первое. Это первый проект для глобальной интеграции медицинских услуг. XMC применяет блокчейн, искусственный интеллект и большие технологические данные на рынке глобального медицинского обслуживания и обеспечивает лучшее медицинское решение. Безусловно, блокчейн, смарт-контракты, искусственный интеллект – те технологии, которые грамотное применение которых, естественно, сможет решить многие из вышеперечисленных проблем. То есть это скорость, конфиденциальность и безопасность. Безопасный и надежный медицинский обмен данными. Схема XMC значительно повышает безопасность данных. Свойства шифрования технологии блокчейн обеспечивают безопасную циркуляцию медицинских данных. Да, это огромный плюс. Использование глобальных медицинских услуг. Пользователи могут получать многомерные рекомендации по глобальному медицинскому обслуживанию их из анализа XMC. Большие медицинские данные могут предоставлять пациентам прозрачную медицинскую информацию с лучшими достижениями в медицине. Все получают выгоду от XMC. Создайте блокчейн здоровья, в котором все могут воспользоваться. XMC – это приложение с широким кругом пользователей, и каждый пользователь может получить токен XMC в качестве вознаграждения за вклад в медицинские данные. Это эффективный обмен данными. Институциональные пользователи могут эффективно обмениваться данными между медицинскими учреждениями. XMC сокращает торговый цикл учреждений и ускоряет процесс возмещения расходов с участием страховых компаний. Безусловно, этим проектом будут интересоваться многие области медицинского бизнеса, и этот проект наверняка найдет свое место на рынке, а также потребителя, что повысит его стоимость. Пожалуйста, обратите внимание на проект XMedChain. На мой взгляд, перспективная платформа, которую стоит изучить в качестве инструмента для инвестирования. Пожалуйста, знакомьтесь с проектом. Все ссылки в описании к видео. Спасибо за просмотр. Если мое видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Пока.